Большинство тюменцев все еще не определились с формой накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Если до 18 апреля решения не будут приняты, то их плата, а это 7,50 за квадратный метр, автоматически будет поступать на счет регионального оператора. При выборе способа хранения денег на счету банка или ТСЖ собственники автоматически несут ответственность и за ремонтные работы. Как вы будете делать ремонт, какова будет его стоимость, каков будет у вас подрядчик, вы должны будете осуществлять меры по контролю за этим ремонтом, по приемке работ. Вы готовы такие коллегиальные действия совершать? У вас есть люди, которые будут жить этим? Я сомневаюсь. А что в фонде? Да, вы деньги отдали, вам в этом году ремонт не делали, но ваши деньги в этом году ушли на ремонт других домов. А те в следующем году отдали, и в следующем пошло на ваш дом. Деньги не обесцениваются, они сразу вот собрались и ушли в работу. Подробное интервью Вячеслава Вахрина о формировании фонда капремонта смотрите в программе ТСН «Итоги» в 21:30 на телеканале «Тюменское время».